Более 130 тысяч жителей Карелии уже вакцинировались от гриппа. Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков напомнил, что привиться можно не только в поликлиниках и амбулаториях, но и в передвижных медицинских комплексах. Мэрия Петрозаводска проведет серию прямых линий. 9 октября с 15 до 16 часов жители карельской столицы смогут задать вопросы о деятельности администрации в условиях ограничительных мер руководителю аппарата Диане Евстигнеевой. Телефон горячей линии 71 33 05. Карельских предпринимателей приглашают на очный семинар по теме «Как успешно продавать в интернете». Специалисты расскажут о мерах поддержки бизнеса, налоговых режимах, онлайн-кассах и других тонкостях продажи в сети. Мероприятие состоится 27 октября. Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения Владимира Путина. 7 октября лидеру государства исполняется 68 лет. Глава республики от себя лично и от имени жителей Карелии поблагодарил президента за поддержку и внимание к нашей республике. «Карелия-Стат» проводит республиканский конкурс детского рисунка, посвященный всероссийской переписи населения. Работы принимаются с 20 октября по 10 ноября по трем номинациям «Я, ты, он, она, вместе целая страна», «Нас много, все мы разные» и «Создаем будущее вместе».